Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс изменила свое решение относительно съемок в фильме «Люди Икс». Если раньше она утверждала, что это ее последняя работа в эпопее, то сейчас ее решение совершенно другое. Как известно, Дженнифер Лоуренс довольно часто приглашают на съемок в фильмах фантастического характера. К примеру, ради фильма «Люди Икс» актрисе нужно будет изменить цвет кожи и не только. Интересно, что ради съемок актриса уже дала согласие на то, чтобы проводить практически весь день в гримерке. Для совершенства ее образа в фильме Дженнифер Лоуренс придется перекрасить в неоднородный голубой свет и дополнить образ желтым светом глаз. «Мне не терпится вернуться. Я люблю эти фильмы, мне нравится участвовать в них. Люблю ансамблевые фильмы, когда не нужно вывозить всю картину на своих плечах», – рассказала Лоуренс. А что вы думаете об этой новости? Своими ответами делитесь в комментариях под видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!